Сегодня все те же лица для вас работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Игра Division Rivals впереди. Это должен быть отличный футбол. Очень интересная встреча нас ждет. Матч обещает быть сегодня очень интересным. Надеюсь, что команды покажут атакующий футбол. Отбор хорошо сыграно. Давайте посмотрим на стартовый состав Вильямс. Фигу вместе с Лукой Модричем в центре полузащиты. Игра в два нападающих, классика жанра. Да, похоже, нас ждет суровый, жесткий силовой футбол. Вот он, гол, не стали откладывать и открыли счет уже в начале встречи. Вильямс ведут в счете, продолжаем наш матч. Чем сила? Ну как же так? Сам он не понимает, как умудрился не забить с такого расстояния. Но мяч вот так удал кипер. Здесь он попадает под прессинг. Мяч потерян, теперь ему соперник. И разрезающий пас на ход. Боковой арбитр поднимает флажок, вне игры фиксирует. Хорошая позиция была для рывка, и нужно было выдержать паузу, чтобы начать движение вместе с передачей. Но, увы, мяч переходит к сопернику. Атака уходит с фланга. И все, ничего они здесь не создали. Требуют трибуны удар. Удар заблокирован, это Хавьер Маскеран. У него сегодня юбилейный матч, 250-й год. Мне кажется, он даже и не заметил, как они пролетели. Спроси его, скажет, что буквально вот вчера дебютировал. Пас получился неточным. И есть поддержка у этой атаки. Бить надо! И сравнивает счет! Есть гол! Команда сравнивает счет! После ответного мяча у нас 1-1. У Байрана. Выходит он один на один. И еще один мяч в сетке. 2-2. Почти подряд они забивают. Безумная игра какая. После этого гол счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Роналдиньо. Ничего опасного они уже не сделают. Мяч переходит к сопернику. Майкл Эсьен. Сами Аль-Джабер. Сами Аль-Джабер. Вот так он умеет. Гол Сами Аль-Джабер.
И смотрим повтор гола. Вратаря здесь можно винить в последнюю очередь. Вот что я скажу. С первым ударом все было великолепно, но, к сожалению, не повезло с отскоком. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Мяч потерян. Странная была передача. Атака продолжается. Уверенно идут вперед. Здорово сыгран. Защитник остался позади. Мяч потерян, и это очень опасно. Он отобрал мяч и спас команду от гола. Сами Аль-Джабер. Какой опасный был момент. Мяч за боковой уходит, будет аут. Диего Форлан. Ох, вратарь! Как он сыграл сейчас отменно! Сейф мирового уровня у голкипера. Феноменальное спасение. Классно играет вратарь. Второй угловой подряд они подадут. Пока что обошлись без навеса. Из-за боковой мяч будут вводить. Тюрам. Пушка. Хорошо сыграл Галкин. Он подает в центр штрафной. Перекладина, но мяч в игре. Была надежда на опасную атаку, но не получилось. На этом атака закончена. Хороший переход. Какой же хороший момент был у них, чтобы счет сравнять, но не получилось. Мячу немного, совсем не хватило, чтобы оказаться в сетке ворот. Идут они на второй заход, пытаются провести очередной штурм. Лозе очень он опасен с мячом. Отбор чисто сыгран. Вперед он мяч тащит. Надо забивать и сравнивать счет. И есть гол ответный. И чья на себя. Здорово сыграли. Молодцы. После ответа мяча. Серков Фофана. Эйсебио с мячом.
ищут они пути для развития атаки. Саид Аль-Увайран. Сами Аль-Джабер. Сами отдали мяч сопернику. Лоза, это всегда опасно. Хороший пас вверх, он атакует со своей половины поля. Ференс Пушкаш. И мяч перехвачен. Лоза, очень он опасен с мячом. Мяч переходит в атаку. Главное не терять темп. На этом атака и закончилась. Можно забивать. Ласт на борт. Молодец. Патрик Вера. И Сэбио получил мяч. И опять Пушкаш с мячом. Отличный момент. Спасает вратарь команду. Потрясающая реакция. У нас такой дистанции было очень тяжело. Давно они не угрожали чужим воротам. Сейчас попробуют использовать угловой. Болельщики их продолжают поддерживать. И для них это очень хорошо. Хорошо обе команды показывают себя в атаке. Получается у них создавать моменты. Но вперед пока никто выйти не сумел. Думаю, недолго осталось оставаться равным счетом на табло. Секо Фафана. Кефрен Тюрам с мячом. Уверенный отбор. Патрик Вера. Соперник перехватил мяч и может начинать атаку. Лоза, это всегда опасно. А вот и свисток арбитра. Команда отправляется на перерыв. Им есть над чем подумать. И второй тайм у нас начинается. Пока что непонятно, кто лучше играет сегодня. Счет на табло ничей. Жесткого опорника. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Он видит ворота, он должен пробить. Возобновляется, счет уже 2-1. Мяч потерян, и это очень опасно. Гол! Вот так и нужно реагировать на пропущенный мяч. Они сразу же пошли в атаку и сравняли счет. Повторяет нам гол. Очень здорово они сыграли в прессинг, не оставили тем шансов сопернику и смогли забить. Они сравняли счет на табло 2-2, и остаток матча обещает быть интересным. Сами Аль-Джабер. Перехват. Эта атака не получается. Саид Аль-Увайран с мячом. Надо пробить. Вратарь молодчина справился с ударом.
Ференс Пушкаш. Уверенный игрок в отборе, соперник теряет мяч. Саид Аль-Увайрам. Сейчас внимательнее с мячом, они уже на чужой половине. Тем временем соперник перехватывает. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. У него отличный шанс. Блестящее спасение! Эсье. Диего Форлан с мячом. Хороший отрезок сейчас проводит команда. Альжавер. И это, между прочим, третий гол. Он оформляет хет-трик. Игра продолжается. Счет 3-2. Ференс Пушкаш. Аль-Увайрам. Не получается его остановить. Центр штрафной, подача. Отлично защитник сыграл и разрядил ситуацию. Уверен, он сыграл сейчас. Саид Аль-Увайрам с мячом. Очень опасно могло быть. Роберто Карлос. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Какой хороший перехват. Прерывает опасную передачу в защите. Форлан. Секо Фафана. Так, здорово, он мяч отдал. Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Лозе! Они довели дело до удара, но забить не получилось. Вратарь сыграл очень внимательно. Тоже вариант, разыграли на коротке. Сами Аль-Джабер. Нужно бить! Просто великолепно. С такой-то дистанции вытащить такой удар. Великолепная реакция голкипера. Пас на Диего Форлан. Сыграно в мяч надежно. Гонят болельщики свою команду вперед. Есть еще время, чтобы отыграться. Ференс Пушкаш. Хорошо играет в отборе. Все возможности для контратаки перед ними. Нужно им вернуться побыстрее назад. Ничем интересным не закончилась эта атака. Будет удар от ворот. Пошли последние 10 минут игры. Очень уверенная игра в отборе. Похоже, травма серьезная. Нужна замена. Нужна последняя атака. Не давай еще надежды на спасение. Аль-Увайрам. Пас на сайта Аль-Увайрам. И вот удар. Вот и гол. Диего Форлан отличился. Классно. Момент создала команда. И он не подвел. Здорово он разобрался в этой ситуации. Оказался там, где нужно, когда нужно, и пробил, как нужно. Все довольны такой простотой и полезной игрой. 4-2. Довольно комфортно пока преимущество. 2 гола у одного из команд. Может быть интересно. Уверенно играет в атаку. Через пас угловой разыграли. Сами Аль-Джабер.
Хорошо бьет. Еще один мяч влетает в ворота даже под конец матча.